это же вы все при галстуках пришли. Они не все. Они все. А, так это ты жених? Прикинь. Мы жениха совсем не знаем. И все о нем узнать желаем. Пусть друг свидетель, не спеша, перечислит нам заслуги жениха. Он умен, красив, настойчив, умеет водить, военный, он врач, он целеустремленный, он любит девушек. Это качество, это как раз таки качество. У него верный. Верный. Я знаю, я уже видел. Так зачем к нам простите и зачем пройти хотите? Кто влечет вас в это место? Отвечайте же. За невесту! За невесту! Алена, я люблю тебя! Посмотри на лепесток, угадай-ка номерок. За неправильный ответ дай десяток нам монет. Прочитай вопрос на слух. Натуральный цвет волос. Вот как у меня, короче. Каким цветом глаза? Полотна. Молодец. Когда начали встречаться? Я что, помню? Я помню. Это было 14 февраля 2010 года. Правильно. Плати мне, правильно. Ай, правильный ответ 1 марта 2010 года. 1 марта? Как я мог забыть? 1 марта. Я вам говорил 36. Правильно, правильно. Какой сорт кофе любит? Это вообще вопрос с подвохом. Капучино она берет. Она вообще не пьет кофе. Сколько лет, месяцев, дней не весит? Ну так ты лучше меня был. Монетки еще. 20 лет, 9 месяцев и 27 дней. Вот так. 20 лет, 10 месяцев. Короче, все правильно. Да. Почему 22? 4 июня, я не правильно. Я с нулем. Всего лишь 2 монетки. Вот, спасибо. Да. Ну, а считаем. 8, 10, 9, 10. Дальше. Если хочешь в дом зайти, милую свою найди. Вряд ли ты ее узнаешь. Никогда не отгадаешь. За неправильный ответ ты лишаешься монет. Сколько? Не торопись. Тормози. Это не то. Это тоже не то. Ты уверен? Нет, вот она. Берем. Да, молодец. Приготовьте выпуск дать, чтоб невесту вам забрать. Окажите свою милость и наполните стакан, чтобы я не стыдилась. В одном, чтобы шуршало, в другом, чтобы звенело, а в третьем, чтобы бурная пена кипела. Наливай масло, не уж лески. Да, у нас все. Все, звенит. Звенит, бурлит, шуршит, все как надо. Молодец. Поторопись. Если хочешь ты пройти, ключ заветный отыщи. Нет. Танец. Танец. Рыбка!
Котик. Это за котик. Сладкая. Милая. Милая. Милая была. Не было. Два слова осталось. Сеня, давай. Любовочка ты наша. Красавица, принцесса прелестная, еще раз. Все, уже 10 перешли. Даже больше. Давайте нам деньги, мы больше дадим. Зайка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю, ты для меня, ты не скучаешь, что я жду, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко от тебя. Хорошо, все? Все? Хорош, все, нормально. Алёна, я тебя люблю! Алёна, я тебя люблю! Выходи! Всё. Так, тихо, сейчас. Как зовут твою невесту, за деньгами напиши. Как напишешь, покажи. Алена она по паспорту. Нет, она Алёна. Она Алена. Так, кричи, тёща, я тебя люблю. Чё это? Тёща, давай невесту. Она же подпуска. Тёща, давай невесту! Я тебя люблю. Тихо, ты с невестой ведёшь? Он любит вас. Сеня. Не слышу. Нету туфельки одной, отыщи её, герой. Вот перед тобой три коробки, отыщи, пожалуйста, туфельку невесту. Нет, чувак. Брат, штраф. Ты по-любому знаешь. Штраф. Подожди, я. Вот за первый штраф. Все. Вот за второй. Нет, ну ты не копейся. Пойдет, мы задержали. Прошел наш выкуп на ура. Итоги подвести пора. Жених охочет и унес. Свою невесту не знает. Махеру приз любой этот пожелание. Еще проверка показала, что денег он запас немало. Жених попался в высший класс, коробочка. И можно смело ехать в ЗАГС. Давайте выпьем понемногу и отправляемся в дорогу. Ребята, вы молодцы, пойдете за невестой. Прошелся. Надежи туфли. Одевай. Одевай. Подержи. Кто букет забирает? Да я подержу. А, это ты, на. Making love with you is all I wanna do.